Меня зовут Ольга Трубачеева. Меня зовут Мария Плеханова. И мы стилисты. Сегодня мы пришли в гости в салон оптики, где хотим рассказать о основных трендах и тенденциях 2021 года. Скажи, как правильно подобрать очки? В первую очередь, когда мы подбираем очки, мы, конечно же, обращаем внимание на тип нашего лица. Это все как в одежде. На самом деле все достаточно просто. И здесь вот на примерах мы даже хотим показать, если, например, у вас овальная форма лица, то вам абсолютно все очки практически подойдут. Но есть ряд некоторых рекомендаций, которых, в принципе, стоит придерживаться. Ну, а если какие-то другие, допустим, формы лица, вот как у Оли, например, квадратная форма лица, мы можем сейчас на ее примере показать. Да, давайте я сейчас покажу, какие очки мне будут хорошо, а какие очки, может быть, мне будут подходить чуть менее. Форма моего лица называется квадратная, то есть у меня достаточно угловатая, мы видим здесь ярко выраженный угол, поэтому мне будет не очень хорошо, если я и в очках буду подчеркивать свои углы. Давайте я вам покажу сейчас. Видите, что за счет того, что моя оправа достаточно угловатая, нижняя часть лица становится такой немножечко тяжеловатой. И мы можем это изменить, если я выберу также квадратную форму очков, но квадрат будет смягченный. Я думаю, что сейчас наши зрители тоже убедятся в том, что такая форма мне подходит гораздо больше. То есть лицо становится менее тяжелым и более мягким. Мне сейчас классический авиатор, но немного уже с современными элементами на самом деле. Такой тип очков подходит абсолютно всем лицам, на все типажи, даже мужчинам и женщинам. Но это мы говорим, когда классики. А вот если как на Оле, такие более авангардные, то это, конечно, больше женская модель. Азиатским лицам больше подходит вот такая форма авиаторов. Это, кстати, новое видение авиаторов. Мы видим, что здесь капля менее ярко выражена. Именно поэтому она здесь не мешает нам, не садится на наши щеки. Что у меня с лицом? Илья, ну на самом деле вам очень крупно повезло, у вас тоже овальный тип лица, и вам теоретически подойдут все. Единственный момент, да, что мы можем по ширине лица будем регулировать, слишком узкий тоже не будем брать. Давайте попробуем с авиатором, да? Да, по горячим трендам, про которые мы рассказывали. Предлагаю вам примерить авиаторы, но уже в новом исполнении. Сами понимаете. Да, но сразу же поменялся имидж человека. Видите, насколько они действительно меняют. Мне кажется, да, мужчина-итальянец. Но уже такой эффект гламура появился. Тоже интересно. В салонах «Оптика ССЭК» огромный выбор очков на любой вкус и цвет. Компания следит за модой и трендами. Сегодня мы с гордостью представляем новую коллекцию модного дома «Dior». Это коллекция 2021 года. Коллекция уникальная, она ни на что не похожа, ни на прошлые года, ни на другие коллекции. И в этом году модный дом «Dior» задал новые вообще вот тенденции, новый вид очков. Вот приходите, обязательно посмотрите. Это крупные, это интересные формы, это прямые рамки. И самое главное, что это идеально садится на наши азиатские лица. Приходите в «Оптику ССЭК», в наш салон, обязательно это все примерьте, посмотрите. И особо хочу подчеркнуть, что наши салоны – это единственные авторизованные салоны в Бряте. Что это значит? То есть мы каждый год подтверждаем право, что мы можем представлять модный дом «Dior» в очках именно на нашей территории. В России это всего порядка 200 с лишним салонов. Мы этим гордимся.